У меня там спрашивают, закинул поршня. Короче, я с ним был знаком, покрытый по переписке. Там мы переписывались одно время. Потом он освободился, он, кажется, с Бобруйска. Я ему писал, ну там кумуя контролируют переписку, там не отдают письма многие. Но я пробовал переписываться, пытался. Гена помогал мне сильно. А потом он куда-то пропал. Кто говорил, в деревню уехал, кто ушел. Ну, связь прервалась. Я был в Бобруйске. Валера Бала меня встречал, и мы проезжали мимо Бобруйска. С Володей Кабанов встречался там. Короче, ну я там мало побыл, только переночевал и поехал дальше. Вот. Я с Балой сейчас с Валерой дружу. Покрытые дружили. И сейчас мы на связи. Он такой классный. А вот с Порщем связь прервалась. Кто что говорит, ну я не слушаю. Ну, кто говорит, на село куда-то свалил. Кто говорит, где-то там промышляет. Я не знаю. Связь с ним прервалась. И поэтому нет. Ну, мы когда-то дружили, переписывались, общались очень сильно. Он мне помогал очень сильно. Вот. Мне нравился Порший как человек. Ну вот связь прервалась. И сейчас не знаю, где он.